Ритуал начался. Мы опоздали. Тут, короче, шахматы подоспели. Называется какой-то теневой гамбит. Так, ну, шутка, это не шахматы, конечно. Но теневой гамбит. Какой-то ритуал. Они какие-то мертвые. Прибыли, небось, на черной жемчужине, да? Прибыли на черной жемчужине. Ну, вступительный ролик классный, интересный. Веселый и смешной. И не хватает объятий, да? Принадлежит проклятым. Какая-то там жемчужина или что? Очень смахивает на Джека Воробья и банду. На пиратов Карибского моря, да? Так, что по настройкам? Это, кстати, демо-версия. Поэтому на многое рассчитывать не приходится, да? Масштаб, полный экран, синхронизация, дальтонизм, яркость, общее качество текстур. Да, я думаю, должно потянуть у меня. Высокое качество, по идее. Игра-то мультяшная какая-то. Ну что, новую игру начнем? Купить? Нет, пока не купить, пока только посмотреть. Пират, стражники реагируют нормальной скоростью. Членов вашей команды среднее количество здоровья. Подсказка рекомендуется для тех, кто не играл еще в стелс-стратегии. Или недавно к ним вернулся. Это стелс-стратегия. Ого. Ладно, давай рекомендацию возьмем. Язык озвучки. Английский, немецкий. Это стелс-стратегия, пацаны. Это никакие не шахматы. Так что это стелс-стратегия. Не шахматы, стелс. Запомнить. Рокировки не делаем, режем, режем сзади в горло. Year of the End. Непонятно. Авглер. Эвджер. Графика на максимум. Чё-то не особо заметно. Так, я пришел. Так вот, значит, могила удильщика. Какая очаровательная крысиная нора. Надо найти бар и заключить сделку, пока не объявилась инквизиция. Передвижение с помощью мыши. Ой, как не... Смотри, карта включается, короче, этим колесиком вверх. А стелс это... Ага, на пробел это стелс режим. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы что-то там сделать. Вы в любой момент можете открыть журнал заданий, нажав Б. Давай, вот. Кто-то вас ждет в баре, нужно заключить сделку. Так. Бар это вот это, по-моему, да?
А это что такое? А, скорость увеличивать. Нажимаешь, и он увеличивает скорость. Можно X удерживать. Так. Escape F2. Знакомство с шутом. И чё? Как мне? Наверное, не сюда. Это значит не бар. А где карта? Так, карта. Вон она. И можно нажать на X, и она будет быстренько бежать, да? О, смотри, как прилетела. А, я понял. В здание заходить нельзя. Это как в этом, подожди. Shadow Tactics я играл, прикольная штука тоже. Там вот такая же механика была с этими... со зданиями, дверями. Шут? Зачем нам шут? Что я могу для вас сделать, сеньора Маникату? Говорят... ты многое можешь. Есть один корабль-призрак, которым не хотелось бы попасть. А, это удерживать надо. Я знаю ваши связи с этим кораблем. У нее меч торчит в груди, как в ролике в том. Она его доставала, чтобы драться. Прикольно. На Марли. Но хочу предупредить, что она знавала времена и получше. В данный момент она поймана в ловушку одного инквизитора. Инквизитор! Значит, она у Игнасии, значит... Excellent. Тогда по рукам. Какова твоя цена? Развлекуха. Для него это просто развлечение, да? Shall we begin? Begin. Ну давайте приступим. The rite is complete. Ритуал завершен. Что теперь? Почесать пляж. Скверну надо искоренить. Будет сделано. Это он один собрался скверну искоренять? Ну-ну. Искоренитель. Мы тебя первого сейчас и искореним, наверное, да? Ты храбрый парень. Прошу прощения. Прекрасно известно, что смерть это еще не конец, особенно здесь. Осталось всего сотня другая. Так, я не понял, что оно. Пауза включилась сама. А там вообще есть у него что-нибудь? О, смотри, можно дропать. А, тело убрать. Я понял. Альт удерживается для вращения камеры. Так. А есть клавиша, которая показывает, где кто? На карте. Нету, да? Оно, наверное, светится, да? Афия может убивать врагов своим кинжалом. Нажмите на А. Или используйте левую кнопку, чтобы выбрать убийство в ближнем бою. Затем выберите Акалита при помощи левой кнопки мыши. Ну
Выберите убийство, в ближнем бою атакуйте персонажа. Поднять тело, удерживайте левую кнопку мыши. В кустике тебя положим. Ну, тут получается как обучалка, да, идет. Все задания такие. Вы можете прятать тела в кустах, домах или в других местах. Выберите тело. Это я уже читал. А это что? Ага, кулак либо кинжал. Время на убийство 5 секунд. Еще один идет. Сменить положение, пробел. Так, область обзора, визуальное отображение того, что видит стражник, если он видит члена команды. Область поп-поп-поп-поп. Отобразить область обзора можно, наведя на стражника и нажав правую кнопку мыши. Так что ты не показываешь мне, я не понял. Стой. А, во. Один раз. А я удерживал. Что мне нужно сделать? Грохнуть его, получается, да? А вот тебе. 5 секунд, короче, на это убийство дается. Так долго, жесть. Иди в кустики. Отдохни там, дружище. Так, ладно. Стелс-стратегия. Так, там что-то копают. Ночью часть области обзора затемнена и окрашена в полоску. Вы можете безопасно пересекать ее, пригнувшись. А, я понял. Свет обнаружит. Свет вас обнаружит. Не выдать себя, кстати, в задании. Ух ты! Запрыгнула сверху. Иди в кусты. Так, ладно. Что ты мне скажешь? Так, еще там один стоит. Афия может атаковать врагом, воспользовавшись своим скачком. Ух ты! Так это уже магия какая-то. Магическая магия. Нажмите S, чтобы использовать скачок. Классно. Скачок у нее классная штука. Так, по красной марли не видно. Надеюсь, меня не обманули. Так, куда мне вообще идти? Ух ты, чё это? Так, не понял. Что-то промелькнуло и исчезло.
Там какая-то инквизиторская морда стоит, прогностик. Что нужно с ним сделать? В какую сторону этот чел смотрит? А, туда. Ясно. Значит, по идее, этого можно грохнуть, да? Death's not the end, eh? That one looks powerful. Best not leave him alive. Ай! Чё это? I sense your ill intent, cursed. Ах ты гад, он меня ждал. И что ты сделаешь? Убьешь меня еще раз? Ой, боже. Так, я не понял. Еще один шанс. Прикольно. Не атакую его напрямую. Ах, он крутой. Попробуем по-другому его завалить, да? Попробуем. Вы можете захватить воспоминания в любой момент, нажав F5, нажмите F8, чтобы высвободить последнее быстрое сохранение. Пользуйтесь этим почаще. Неудачи и повторные попытки запланирована часть игрового процесса. F5. Сохранение. So this is what I felt before. I have captured another memory. If I unleash it, time resets to this moment. Так, ну прогностик, наверное, поворачиваться не будет. Меня единственно пугает этот парень. Как мне забраться вообще наверх сюда? А, подожди, у меня же есть прыжок. Выкинем в море. На корм рыбам. Буль-буль. Так, что за выделение? А, я понял. Показывает интерактивные объекты, да? Ну все. Сейчас будет котлета. Плюх! Так-то лучше. Отбивную заказывали, вот, точно. Это будет отбивная. Так, столкнуть камень, задача выполнена. Хорошо. Не могу я его с-под камня достать вот так вот. Так, там какой-то чувак что-то копает. Афия может заморозить одну цель во времени с помощью навыка заморозка времени. Я понял. Навыков у нее немало, да? A nice bit of time tinkering. Very impressive. Now please, push onward. Time freeze. I like it already. Little death bringer. Блин, да фиг еще вас тут. Всех обойди, попробуй. Этот куда смотрит? Я понял. Так, трупешник надо, наверное, все-таки спрятать. Так, что тут скажут? Стражники поднимают тревогу, заметив члена команды, найдя тело другого или услышав выстрел. Поспешат красные метки, чтобы сражаться с вашим персонажем. Будут искать рядом. Таймер в верхней части экрана показывает, когда тревога затихнет. Я понял.
В принципе, он же меня не заметит ночью. Эти не ходят, эти стоят. Welcome to the other side. Heavy. Consider it done. Стоят. Этот вот ходит вверх-вниз, да? Так, этот меня не увидит. Можно смело в кусты идти. Ну так, так-то пока простенько все, ничего сложного. Не забывай о воспоминаниях. Не забывай, не забывай. Самое лучшее у нее заклинание, это ее рывок. Так, как-то же она там прыгала сверху, да? Убивала. О, отлично. Так, надо привыкать сразу прятать все. Ну, тащи, чё ты? Чё значит impossible? Блин, походу нельзя, да? Ладно. Все, тогда валяйся тут. Можно в обход пойти. В принципе, в обход, видимо, и надо. Я тут не обойду никак. Хотя... Подожди-ка. Можно ж вот так вот. Тут никого нет, тело оставим. Ух ты, какой корабль крутой. Слушай, красная марли. Корабль Мордыхая черного глаза. Красивый. Большой. А вот и Игнасия как по заказу. Их нужно еще из корабля вытравить, эту нечисть инквизиторскую. Мои смотрители готовы. Корабль. Каков ответ? Then why do I hold his message so clearly intended for you? Now speak! Five of Marley's crew assemble. That much is clear. But what are the relics? What secret lies hidden beneath? Что за предметы? Что за... Я лучше сгорю, чем позволю тебе найти сокровище. А, это корабль отвечает. Кораблю больно. Your flagship has been prepared, my lady Inquisitor. Ваш флагман подготовлен. Good. Хорошо, начинайте ритуал допроса. Я должна выяснить, что этот корабль знает. Говорящий корабль, вот так вот. Как прикажете, моя госпожа. Разнесите информацию по Вечным берегам. Мы должны найти реликвию и решить загадку Мордыхая. Его сокровище будет нашим, и если ради этого придется сжечь все берега, значит, таков великий замысел. Таков великий замысел. Так-то. There,
Да, я здесь. Я пришла вовремя, красная Марли. Давай сначала тебя освободим, потом будем знакомиться. Воспользуйся цепями. Остальное потом. Понятно. Подняться на борт проклятого корабля. Теперь задача у нас. Время от времени на экране появляется большой зеленый колокол. Так, Марли напоминает вам, что пора сохранить воспоминания. Ну, будем сохраняться, я помню, что это важно. Подавляет мою магию. Так, сколько их там? Раз, два. Ну, они мне пока не нужны, по идее, да? Так, а как мне попасть к этим цепям поближе? Удерживайте камеру, чтобы вращать. А, наверное, сюда. Придется через них пробраться. Так, захватите воспоминания, обязательно. Так, тут один ходячий. Один ходячий мертвец, остальные все стоячие, лежачие. В смысле? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да ё-моё! Тише, зачем я выпал с этим трупом, блин? Приходилось, кстати, видишь воспоминания? Так... Ну, вроде получилось. Так. Кого мне следующего грохнуть надо? Опачки, спрятали. Ну, здесь просто. Так, этих... Этих, наверное, лучше пока не трогать, я так полагаю. Так, тоже сюда. Тоже сюда.
Так, теперь надо подняться на борт. Офигеть! Где этот? Где русский язык делся? Что-то там я не понял. Нелетальные навыки какие-то. Так, здесь куда? Ага. Свежее мясо на палубе. Сломать печать А, сломать печать Б. Смотри, ты это сюда смотрит тоже. Боуч! Ой, точно, сохраняться надо. Обязательно. Так, что с этим товарищем делать? Как он видит? По идее, вниз он не видит, да? Вниз он вроде не видит. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Черт. Бежим от Седова. Что-то я не на ту кнопку нажал. Он, получается, даже до цели не дошел, и прыгнула она уже. На этот, на прыжок, на S. Сработал скилл туда, куда я его направил, без всяких этих. Так, все, ушли. Ну все, валите, давайте. Observe the custodians. Through his mind, the flame is heavy. Lorenzo 47, verse 8. I come, sir. I like these arms. Boch. Буль-буль. Так. Always move forward. Что тут у нас? Нам подскажут. Сила смотрителя используется для того, чтобы держать разрывы, ведущие в бездну, закрытыми. Если их атаковать, они потеряют контроль над ритуалом, и выпущенная энергия оставит всех стражников в радиусе без сознания. Если мертвые смотрители, стражники без сознания не поднимут тревогу. Прикольно. Так. Is that a custodes? He is maintaining the seal. Disrupt his charms. Revelation! Don't let the flame get you. Let's. Ugh. Gives me shivers. Do not pity them. They are but vessels for the maiden's fire. There is another on board. Всех зарежу. Никого в живых не оставлю, блин. Don't let the flame get. Так, теперь надо только избавиться от трупов. Тяжелый. Так, что дальше?
Здесь один стоит, здесь один, да? Да, надо сохраниться, спасибо, что напоминаешь. А то я, кстати, забываю. Так, тут один ходит. Блин, не могу я его тут убить тогда. А, не могу. Так. Теперь этого надо как-то. Тихо, это разные двери. Ух ты, тут еще один. Неожиданно. А вот тебе. Так. Этот смотрит вперед. Там еще ходят. F5, не забываю, не забываю. Там еще снизу один, да? Надо подождать, пока он туда уйдет, наверное. Я думаю так. Давай. Отлично. Отлично. Так, еще на одного меньше. Как мне лучше тут поступить? Этот куда вообще смотрит, смотритель, непонятно. Этот сюда. Этот сюда. Отлично. Так, теперь надо со всеми быстро разобраться. О, задача выполнена, освободить красную Марли. Я выполнил задачу, получается. Да сейчас, подожди. Заключить договор с Марли, да? А как? А, вот, вижу. Вижу Марли. Вижу тебя. Сейчас заключим договор.
Заключить договор. Отлично. Все, демка пройдена, нет. Ну, вообще класс. Теперь сломай печать, освободи меня. Сначала обсудим условия. Серьезно? И я хочу тоже долю в этом. Зачем тебе кулак? A chance to beat the Inquisition. I'll help you find your captain's legacy. And I only Честно, ей не больно у нее меч вроде торчит. Возмутительно, половина доли. Ты оборзела? А зачем кораблю деньги вообще? Hurry now. I bet more acolytes are coming. Fine. I accept your terms. Сломай печать и назови свое имя. Эфия Монекато. At your service. Сломали печать. Назвали имя. Корабль наш. Ну или мы кораблю принадлежим теперь, да? Ух ты! Сила восстановлена. Теперь нужно выбираться в открытое море. Какая же она красная марли, если она зеленый череп. Ну вот, первое задание пройдено. Так, общее первый шаг. Завершите задание. Значки. Это показывает, как я что делал, как и шел, да? Ха-ха, классно. По карте, смотри. Запутанная у меня была, конечно, этот тропинка. А я этих не убил, получается, да? Оставил в живых. Класс. Так, пират. Убийство 30, смертей 2. Две смерти было. Обижаете, обижаете меня. Вы можете выбрать один из четырех уровней сложности или создать свой собственный вариант. Изменить сложность можно. Также разные параметры, связанные с ней, можно до начала задания. Хорошо, я тебя понял. Красная марли, зеленый череп. Ух ты, я на корабле, класс! Смотри ты. Так, buy now. Не волнуйтесь, в этой демо-версии еще достаточно контента. Если вам понравилось увиденное, присоединяйтесь к нам, приобретите игру. Еще есть контент, но лучше приобрести, да? Так, дальше не приближается. Отдалять только так. Первый день на набор на работе, пообщаться с Марли. Так, а что у нас тут есть? Карта есть. Что такое H? H это что-то... Ох ты, у меня есть уже пистолет даже. Круто. Так, пошли пообщаемся с Марли, наверное, и будем закругляться. Все-таки демо-версия есть демо-версия, нечего. Надо приобретать игру, если хочешь играть, да? Давай пока пообщаемся разочек. Что ты скажешь нам, зеленый череп? Ладно, корабль, каков наш следующий ход? 5 членов моего экипажа все еще на пределе зари. Я их не брошу. Мне нравятся сложности, но калитов уж больно много. Нам не помешает помощь. Мои скелеты не могут ступать на сушу, нужен еще один проклятый. Залейду и Тойо стали на палубе после того, как вырвали черные... Ага. Им нужны новые. Поговори со старой Гертрудой, Питом и Безымянным. Я постараюсь собрать те крохи энергии, что у меня остались для церемонии. Найти черные жемчужины, поговорить со старой Гертрудой, поговорить с Питом и Безымянным. Ну, вот это, наверное, старая жемчужина лежит.
Ясненько. Ладно, короче, понятно, блин. Игра вообще суперская, графика отличная. Интересно, прям даже такой геймплей. Классный. Так что, по крайней мере, в демку сыграть можно, чтобы убедиться, что это хорошая игра. Ну и в будущем ее купить, конечно. Может быть, прям что-то еще можно делать. Я ж пока не знаю, это ж только демка. Тут он куча всего, чего у меня нету. Что такое F2? Журнал. Острова, команда. Показать список, прогресс персонажа. Улучшить навык, вернуться к обзору. Статистика какая-то. Не знаю, тут есть скиллы какие-нибудь в будущем или нет. Вот что-то ж есть, F5, F8, это сохранение, понятно. В общем, ладно, все тогда. Спасибо большое, что заходишь ко мне на канал. Ставишь лайки. Ну, за дизлайки тоже, наверное, спасибо, хотя не уверен. Ладно, все, у меня на сегодня все. Увидимся в следующий раз, пока.